Всем щербе, дорогие друзья. Все-таки хочется сказать мне свое мнение по поводу ношения на кармане больше 2 месяцев вот такого ножа Skiff Mamba. Потому что, в принципе, время достаточное, чтобы понять, хороший нож, плохой, какие у него плюсы, минусы и прочее, прочее. Долго носить один и тот же нож надоедает, поэтому я возьму какой-нибудь другой, а этот отправится на полочку, скорее всего. Итак, ну, в целом, нож мне нравится. Нравится своим дизайном, он привлекает внимание. Ну, это не супер важный как бы момент, но все равно люди такие: о, прикольный, дай посмотреть, дай подержать. Несмотря на то, что у него очень странная такая изогнутая внешняя форма, он очень удобно лежит в руке. Особенно вот таким вот обычным хватом. Да и фехтовальным, в принципе, тоже. Вот, вот эта вот часть никуда не давит. И очень все удобно. Продукты режет тоже хорошо. Сколько раз был с нами, так где он только не был, на всяких вылазках, пикниках, продукты режет хорошо. За счет вот этой геометрии, спуски почти от обуха. То есть не ломает, а разрезает все нормально. Строгать ним, в принципе, тоже удобно. То есть все хорошо. То есть по эргономике вопросов нет. По конструкции тоже вопросов нет. Очень, точнее, ну, по изготовлению вот появляется периодически еле заметный люфт, что очень просто вот этот, вот подтяжка винта сразу же устраняется. Не нужно никакие торксы искать, ничего. Взял любой отверткой, любым мультитулом, чуть-чуть поджал, и все, люфта уже нет. Темляки я не ношу, поэтому не знаю. Я его разбирал, чистил, потому что он на пляже поколбасился на покрывале, где песок, там все хрустело, его очень просто разбирается, все промыл, заново собрал, капнул туда капельку баллистола, все хорошо, все работает, все отлично. Флипует нож хорошо, лайнер стоит в самом начале там, где надо. Вот, теперь о минусах. Первый минус — это не берите с алюминиевыми плашками, очень скользкий, просто как кусок мыла. Особенно если у вас сухие полностью руки, вы в кармане этот ножичек вот так берете, ну капец просто. Вам кажется, что вы сейчас за плавничок вот так вот сделаете, он у вас вылетит просто из руки. Пропадает какая-то уверенность в ноже, который скользкий. Вот это вот минус. Берите с G10, есть вариант с G10. Он там на пару гривен дороже, но однозначно нужно брать G10. И второе, вот этот шпенек, ну он, сука, вообще нафиг тут не нужен. Почему? Потому что, когда вот так вот даже чистите яблоко, получается так, что вот сюда вот попадает всякая еда. И она застряет, и достать ее здесь вот пальцем, палец сюда не пролазит. То есть это надо брать какую-то зубочистку от Викторинокса, вот это все счищать. Сейчас я его там помыл уже, но тут вот постоянно у меня застревали какие-то куски яблок или что-то еще. Вот там вот присыхали на этот шпенек. Тем более, что здесь есть плавник. Я его-то за шпенек открывать конкретно неудобно. Его удобно открывать за плавник. Поэтому зачем здесь нужен шпенек, для меня это, ну, просто, короче, какая-то загадка. В общем, я очень надеюсь, что новая линейка выйдет без шпеньков. Ну, в общем, в принципе, вот 2 минуса, это алюминиевые плашки, очень скользкий, и шпенек. В целом нож отличный, рекомендую. С вами был еще разок, подписывайтесь на мой канал, увидимся, пока.